You were where? See? Medicine, this push off. You know, push off. Next time you know that you answer, okay? Push off, this show, knock, south, compass. East, west. Compass, compass. Okay? Да, медитация это как компас. Next year you know, you don't remember. Okay. Push on. Push on. Push on. Okay. Now you looking for north. И вот, допустим, надо на север. Possible, here, и мы идем по компасу. You go looking for north where? И ищем север, где он. You go center of love. Automatically people love you. Это как такой внутренний компас любви, который направляет нас. You don't think people are stupid. Ну и не стоит кого-то недооценивать, что он там где-то глуп. The people very intelligent. Люди очень умные вокруг. You only position you share. И наша friendly. Позиция, yeah. Наша позиция, ну только делиться по-дружески. If he loved you, he thought you teacher. Thank you. Если мы, ну как бы любим того, кто с нами okay. Чем-то делится, мы говорим спасибо. Medicine, asset, master and student. И медитация, она как бы выстраивает отношения между мастером и студентами. В семье, medicine. Между мужем и женой. Now I combination and I thought with you meditation, this ashes, yangin and balan. Okay. Мастер говорит, что медитация помогает выстроить баланс между инь-ян. Understand? Something, мастер talk around. Ну, и может показаться, что вот мастер, ой, столько говорит всяких вещей, тут как-то сложно и запутано. I know, push people direct. И мастер подчеркивает, что он не... как бы если, ну, как бы вот людям прямо вот давать информацию вот в лоб, то это как бы, да, отталкивает. Мастер, он вводит кругами, метафорами, дает сразу сторон понять, почувствовать, и тогда люди начинают, ну, понимать. Мастер, когда учился медитации, он ну, тоже так сначала был серьезен. А Левантан его ну, поправил. Что это просто и весело, и расслабленно. И мастер, ну, как бы, помогает нам не зажимать сознание. И в следующий раз, когда мы будем счастливы, мы поймем что-то. И будем медитировать. И медитация помогает расслабить сознание. С юмором и ну, счастливо. Мы счастливы, и нам весело, и мы тогда начинаем понимать что-то. Если мы как бы воспринимаем информацию из серьезного источника, то до нас как бы плохо доходит. Okay. Do you love me? This rice is me to get. This is a big person. Who teach you like that? People who teach you like that, you know, upset because I king, I beat not. I never look me with you. You don't have company, I have company. 1,000 people look me with me. Why you teach me? Ну вот, например, да, какой-то некий учитель, если у него там большая компания, или он большой директор, много людей на него работают, или учится, и он кому-то говорит, слышь, а кто ты такой вообще? Чему ты меня учишь? Чем ты со мной делишься? То у него как бы, ну, не будет успеха.
Okay. I need to get out new people, something broken tree. Да, или вот, например, один работник испортил там что-то одно, да, а такой строгий директор говорит, пошел вон, давай другого работника, а другой работник будет, как бы, да, сломает ему три вещи. Что такой метод не работает. В семье то же самое. Если в семье занимается ну, такую позицию, допустим, что ну, вот кто-то зарабатывает деньги, приносит, поэтому он ну, как бы главнее, то тоже будет дисбаланс и плохие отношения. Медитация – это вот как будто мы вспоминаем экзамен какой-то, да, как прошли. И мы понимаем, что правильно, что нет. В медитации мы как бы естественно погружаемся внутрь себя. Ну, сейчас пустим. Не серьезно. Это таким образом медитация делится с нами информацией. После того, как почувствуем, что это просто, мы так, ну, как бы, очнемся. И мы как бы, ну, как почувствуем, что на каком-то глубоком внутреннем уровне пошло понимание чего-то внутри нас. Мастер говорит, что вот он делится, если нам нравится, то он продолжит делиться с нами знанием. The way thinking may way good, as you look in meditation, something people here. Допустим, если где-то кто-то какие-то классы посещал медитации, и там учили другим образом, да, медитации, каким-то другим способом, более серьезно, и люди там здесь, например, сравнивают да, методы обучения. And help people natural. Мастер говорит, что вот его метод, он помогает естественности раскрыться в человеке. И большой любви. Будда. And they should come back here. Будда и Иисус пришли на эту землю, и что же они искали? Have what? This is Buddha. Have people what? Они чем помогали людям? Have understand and love. Они помогали людям понимать here, какие-то вещи и любить. Because you really love here, you go paradise. I speak you understand new way. You live here. Потому что, допустим, человек умирает, душа поднимается вверх к Богу. Yeah. No control, no government. И там наверху нет контроля никакого, только любовь. Automatically you feel good. И автоматически душа становится хорошо, и душа ест воздух, питается воздухом. You ready? Practice love. И любовью, да, и мастер говорит, мы готовьтесь практиковать вот эту, ну, любовь. И когда человек умирает, вот что-то такое происходит, Бог его как бы оценивает, способен он, не способен, оценил. Если нет, то возвращает его на землю учиться дальше. One day, you remember, you live here. One day, something you have a night that can't win because you mean fluff. И мастер говорит, что наверх к Богу невозможно попасть, если внутри есть вот эта злость, потому что, ну, как бы, Бог не может позволить
чтобы убили ангела, например, да? Ну, как если в раю какой-то окажется злой человек, он психанет и убьет ангела. Так не... И мастер говорит, что в рай очень сложно попасть. The thinking, live here long time, потому люди живут everything. Здесь долгое время, они начинают злиться. Okay. The way Brother and I, only love. А в раю там только любовь и все делятся. Share you ready? Like that. И мастер с нами делится и говорит, будьте готовы к этому, и практикуйте вот эту любовь, любить других, помогать других. И это как бы принесет рай сюда на землю. И вот мы думаем, допустим, что если мы умрем, мы попадем в рай или вернемся сюда. Мастер у всех спрашивает, как вы оцениваете себя, если вы умрете, вы в рай попадете? Да, и мастер говорит, что люди, если как бы не вычистят из себя вот эту какую-то злобу, да, то ангелы не захотят, не подпустят к себе. Потому что, люди будут посылать Христа. То есть люди, что они делают? Они вот собираются в группировки и свергают правительство. Таким же способом туда, на рай, не получится. Каких-то группировок, то рай сломается. Me, okay. Now here, this is class. You live here. This is class. You ashes. Мастер говорит. You don't thinking. You live here. Мы живем здесь. Что такое вот этот урок, этот класс? Этот класс помогает понять эти вещи, принять их в себе и культивировать. You know, thank you, class, because I told what. My way. Всем спасибо, потому что он очень хочет объяснить свою позицию. Не напрямую вот так вот, а руками, потому что очень тяжело понять. Difficult a chance for symbol. Take look easy, you practice. No symbol. Because как бы это не просто. You see. Вы думаете, допустим, какая-то вещь сложная, а она оказывается простая. Или, например, какая-то вещь простая, а она оказывается очень сложная. В следующий раз, мастер спрашивает, если кто-то умер, вы бы хотели вернуться сюда, опять жить? Окей. Я даю вам 10 и, допустим, например, Бог дает 10 жизней, 10 тысяч лет, пожалуйста, живи. И женись на 20 женах. Да, потому что мы, когда возвращаемся на землю, у нас, допустим, супруг умирает один супруг, мы опять возвращаемся на землю, да, живем с другим человеком, умирает другой человек, и вот так. No. Yeah. I give you 30,
Мастер говорит, пожалуйста, может быть так 30 раз хотите. Очень много проблем, большая усталость от такой жизни. Medicine help you in this. Медитация помогает быть, ну как бы осознавать многие вещи. Thank you. Last day I share, okay. How many? Thank you, Pastor.